И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Матохин, и сегодня мы поиграем в такую замечательную игру, как Пикиники, блять. Я не знаю, я просто ее нашел в Стиме и решил, а почему бы не попробовать в нее поиграть? Вдруг интересная игра получится. Вот я сижу уже в главном меню и вот смотрю вот на это прекрасное маленькое чудо, которое у нас внизу ходит, блять. И вот оно похоже на какой-то какао-боб или что это пуговица. Я не знаю, что это такое. Ну а мы начинаем. Эй. Пс. Иди сюда. Дам что-то. Угадай что? Бабосы. Да, абсолютно просто так. Деньги на халяву. Бесплатные деньги. Давай объясню, в чем суть. Твой город наверняка завален мусором. И уже плюнуть некуда. Мои роботы прилетят за вашим мусором и заберут все лишнее барахло. Тебе даже вставать не надо. Они даже заплатят за твой хлам. Просто деньги. Не веришь мне? Тогда послушай отзывы. Халявные деньги, честно, просто пиздос. Вот видишь, я же говорил, что я не пиздел. Не мешай огромному роботу, если вдруг увидишь его на своем деревнике. Выходи вместе со мной. И никогда не забывай, ты прелесть. Sunshine Inc. О, дивный новый мир, блять. Итак, мы проснулись. Точнее, мы еще спим. Я не знаю, что я, кто я. Рядом со мной какое-то привидение. Эй! О, порядок с пробуждением. Можешь пошевелиться? Так, сейчас будем разбираться с управлением. О, нашел кнопки, которые управляют. Опа, ну я просто ничего себе. Так. Нам получается сюда. Так, это прыгать. Это приседать. Окей. Разобрались. Найс. Прости, что разбудил. Пора бы уже выспаться за столько времени, наверное. Сходи-ка воздухом, подыши. Ты не пойдешь? Я не могу, я же призрак, я там погибну. Ну, ладно, пойдем тогда. Сюда. Ой, простите, я сегодня не разговорчив, просто сонный. Сразу видео проснулся и сразу видео записывать надо. Там уже давно не было. Какой хрупкий, однако, булыжник. Пни его, зачем он такой? Ну ладно. На. Вот бы у меня были такие ноги. Но я не жалуюсь. У призраков свои преимущества. Окей. А мне пофиг. Так. Блять, я туплю, жесть, я по-дикому туплю, нахуй. Так. Хотел бы вам еще спросить у вас, какие бы игры вы хотели увидеть на канале, чтобы я поснимал. Еще что-нибудь интересное. Вот. Чтобы вам тоже было интересно. Вот. Так. Еще один призрак. Так, с ним надо поболтать. Осторожно, тут все на соплях держится. Ну, прикольно, что я могу сказать. Я сейчас, наверное, тут раз 10 буду падать. Блять. Вот что я и говорю. Ой. Да, хотя бы не восстанавливаются. Камешки эти. Или что это? Кораллы какие-то, блядь. Ё-моё. Давай не будем, да? Есть интересный альтернативный ход. Здесь же вот тоже какой-то ход есть. Шап. Так, что это? А, тут, наверное, камни надо перетащить. Блять, а как это сделать? На тебе камень, на, получай, на камень, на, плохой камень. Ой.
Нормально так проходим. Мне пока что нравится в это играть. Вот. Оп-оп-оп-оп. Нормально так. Ну все, пора идти. Удачи тебе там. Тепло одевайся. Открытку пришлю как-нибудь. Ну, прикольненько. Мы переходим в следующую локацию. Основная цель — найти выход. С ноги открываем, блядь. На! Я дома. На улице, точнее. Так. Табличка. Внимание. Не открывать дверь. Внутри чудовище. Я не чудовище. Я... Я! Футбольный мячик! Какая-то растительность. Или кто я? Я не знаю. Я пуговица. На. Сраные камни. Опа, она, ничего себе, могу так трансформироваться. Так, пешочком в нем. Опа-на. Птица. С ними можно контачить. Привет. Добрый день. Доброе утро. Ладно. Эй! Как дела? Да норм, зависаю. Пугало не пугает? Я тебя умоляю. Я его пугаю. Ну ладно, как скажешь, жизнь. Чапаем дальше потихоньку. Блять, ну и жирный. Пуговица, жирная пуговица. Так, чапаем. О, так быстрее, наверное. Так, какие-то чубрики. Один розовый, другой синий, блядь. Будто что-то зашуршало, блядь. Где, в поле? Да расслабься, эта птица. Ну не знаю, звук был такой, как... Как? Как чудовище, которое тебя сожрет? Тфу, не шути так лучше. Вдруг он сидит и хочет нас укусить. Да успокойся. Ни разу не видел его, потому что его не бывает. Все, двинули обратно. Они учапали, и можем мы теперь за ними. Я такой... Здорово, птицы. Чудовище! Чудовище здесь! А! А! Сделай что-нибудь с ним. Нихуя себе пнул ее. Оба-на. Мы в какой-то клетке. Чудовище проснулось. А! 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 Яри, блядь! Три точки. Какая-то не ошибка на чудовище. Вблизи она поменьше. Она нам мост поломала. Чудовище, зачем ты здесь? Я чё, ебу, блядь. А, ну ок. Бред какой-то. Ничего не понимаю. Ты что-то не выглядишь грозно? Слушай, а разве чудовище не должно быть огромным и могучим? А что-то не так? Хм, странно. Давайте его отпустим. Давайте, что он нам сделает? Он даже не чудовище. Так, ладно, мы тебя отпустим. Но мост сломался по твоей вине. Так что давай, ты его починишь, да? Чудик, Саня. Ну ладно, я починю. Почему бы и нет? Хоп, упал. И скажи, как мост починишь? Ну, ладно. Так, зеленая херня с какими-то рожками, или что? У тебя это руки, или кто ты такой вообще, блядь? Так, значит, ты у нас чудовище. Как-то тебя не в легенде не так описывают. В какой легенде? Легенда о чудовище. Суть в том, что живешь в горе. И в эту сагу входит от отца к сыну, а ее начало уходит глубоко в прошлое. Нормально. Так, он еще что-то говорил. И как же меня описывают? Ну, я не знаю. Огромная, мохнатая, зубатая. Я, блядь. Я овощ. Я не понимаю, кто я. Отстань. Блядь, он еще и прыгает. Погнали, нахуй, мост чинить. Камера. Я камера. Хм. А вот если прищуриться, то ты немножко даже ужасаешь. Может, ты все-таки чудовище, а? Так. Помчали. Опа. 5 minutes later. И вот как мне перебраться на ту сторону, если моста нет? Там что-то шевелится. Что там шевелится? Оп. Мы в воде. Как мы от воды прыгаем, интересно.
Ова, Человек-паук. Привет. О, привет. Тебе чего надо? Мост починить? Ага. Из-за тебя он сломался. Не будем ему говорить правду. Но ты пиздабол, блядь. Вот такой паук, как я, может запросто связать паутину и сделать все нарядно. Но ты не паук. Так что удачи тебе с креативными решениями. Ты шо, обалдел? Помоги! 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 Ну, блядь, помоги! Меня зарежут. Блядь, почини мост. Почини мост. Ты почини мост. Починил мост. Больше так не делай. А что? А что будет, если я сделаю, а? Что ты мне сделаешь, маленький? Ты гаденыш, гаденыш. Ладно, помчали дальше. 15 minutes later. Чудовище починило мост. Я не чудовище, я человек. Ой. Я. Таблетка с глазами. Мост и правда починен? Извини, некрасиво получилось. Мы думали, что ты кровожадное чудовище, но вроде ок. Спасибо. Можешь тут пожить с нами, если хочешь. У нас вон у художника проблемы какие-то. Может, поможешь ему чем? Да. Блять, я в душе не человек, где-то художник. Ну ты ему помоги. Мы тебе не скажем, где он находится, но ты ему помоги. Просто так, по приколу. Так, с тобой мы общались. Так, что это? Z. Чемпионат по баскетболу. Чего, блять? Проводится. Баскетбол нормально. Ну, погнали наверх тогда. У них городок не особо большой. Так, шоп. Что же у нас в магазине? Опа, вот это чудики. Вот это чудики. Я разорен. В смысле? Я разные чудовищные товары продавал. Кружки там, игрушки, плакатики, блядь. Народ испугался. Но все брал. Так бизнес цвел, блядь. Я даже сигнал записал, чудо-юдо. Ну кому теперь это все надо, нахуй? Никому. Ты бездарное чудовище. Ты чудовище, блядь, а не я, нахуй. Да, жесть, конечно, какая-то. Трешатина. Так. Какая-то какашка стоит. Еще одна. Так, с тобой можно контактировать. Ты вроде не злюка, как в легенде. Я злюка. Я могу просто упасть на тебя и задавить. Пошути еще. Не, спасибо, не хочу. Яблоко. Вот это вкусно. Nice. Так, мне кажется, наверх, потому что там краска. Так, тут какой-то микрочел стоит. Значит, ты и есть чудовище. В курсе про игрушки из магазина? Вообще ничего с ними. К счастью для тебя. Нормально, блядь. Счастливый до жопы просто. Пизда-то, вот он, художник. О! Что, блядь, ты орёшь? Муза ушла от меня. Все утратило смысл. Я бездарность. Меня попросили нарисовать пугало лицо, но в восторге остались только птицы, и это плохо. Они должны пугаться. Это же пугало. Это же пугало, блядь. Суть пугала. В отпугивании, нахуй. Бунгало, нахуй, пугало. Я смертельно устал. И карандашик потерялся. В подвале лежит, наверное. Сходи, глянь, если не трудно. Да, конечно, я же, блядь, посыльный, шестерка. Я же схожу, я же, блядь, живу, я говно. Так, а как туда попасть? А как это? А как это? А как это? Ага, мы не допрыгнем. Ага. А что за кнопка? Ага. Опа, ящик падает. Значит, что? Значит, нам надо пригнать вот этот ящик? Так, давай, давай. Да, сука, ты длинноногая. Давай. Да куда ты его переходишь? На, блядь. На тебе ящик. Ты плохой, говно. Собачий. Так, надо ровно, чтобы он упал. И чтобы он не упал с него, блядь. Опа-на, ровно, идеально просто. Бац. Вставай на ноги. Так, рисовальная шляпа.
Нормалдесно так-то. Поговорить с художником нам надо теперь. Ну, почапали обратно. Так, тут мы забираемся и... Пиздец, мы какая-то, я не знаю, мы мутация, блядь, мы опухоль. О, мой карандашик. Оставь его себе. Я недостоин, для меня все кончено. А, ты знаешь, как он одевается? Карандаш, блядь, одевается. Ну да, надень его, ты в первый раз шляпу видишь, что ли? Ну блин, как будто из пещеры вылез. Ладно, давай объясню. Нажми букву Х, которая Х, и продолжай жать, пока не выберешь желаемую шляпу. А потом отпусти кнопку, бам, шляпа оделась. Ничего себе, блядь. Смотри, у меня есть холст. Пустой, как моя жизнь. Попробуй, ты нарисовал пугало лицо, блядь. Попробуй, ты нарисовал пугало лицо. Классно сказал. Даже у дилетанта получится лучше. Спасибо, ты меня еще обосрал, блядь, чудовище ебаное, нахуй. А, вот выбор, нахуй, тоже на кнопочке. Ничего себе, я теперь пика точеная, блядь. Ну, давайте попробуем нарисовать. Как я... Блядь, тут сложное управление для рисования. Вот, ну давайте... Блядь, я даже не знаю, что сделать-то. Так. Так, секундочку, блядь.